Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Я Михаил Горин, со мной сегодня политолог Александр Цинкер и журналист Цви Зильбер. На днях ФАТХ и ХАМАС достигли соглашения о создании правительства национального единства. Израиль в ответ, пусть и неофициально, но заявил устами высокопоставленных источников, как это принято говорить, о прекращении переговоров. Господа, к вам прямой вопрос. Мирный процесс умер? В очередной раз. В очередной раз это значит, что есть надежда, что оживет? Ну, когда-нибудь опять начнутся переговоры, не знаю, для чего. Будем говорить о том, что происходит сейчас. Смотрите, что мне кажется хорошо для Израиля. Вы, наверное, параллельно с этим еще могли бы сказать, что вчера прозвучало заявление представителей Соединенных Штатов, которые и сожалеют о том, что... И угрожают прекратить помощь палестинской стороне. Обещают или угрожают прекратить помощь. То есть, как бы все понимали, что ничего хорошего в ближайшее время от наших мирных переговоров не получится. Ну, как бы сроки уже все истекли, а ничего не договорились. И сегодня нам просто палестинская автономия преподнесла на тарелочке с голубой каемочкой причину, по которой можно развести руками и сказать, ну вот видите. Я понял, Саша, спасибо. И поэтому мы должны благодарить, быть благодарны для этой ситуации. К вопросу, мирный процесс умер, по твоему мнению, я добавлю еще один, вследствие того, что сказал Саша. Израилю это подарок? Израиль рад, что так произошло? Для Израиля это хорошо? Я думаю, что в этой ситуации Израилю, как всегда, как бывало, как случается каждый раз между Израилем и палестинцами, приходится выбирать меньшее из зол. Есть два пути, из которых ни тот, ни другой нам не нравится, но нам надо выбирать наименьшее из зол. Действительно, перемирие между Хамасом и Фатхом может быть некой отговоркой для Израиля, что, дескать, вот в таком формате мы переговоры не продолжаем. Хотя Ариэлю Шарону, например, это не мешало. Абсолютно. Или, например, Эуду Ольмерту. И Израилю придется объяснить американцам, почему при Шароне это не мешало, а сейчас это мешает. Потому что... Ну, прости, при Шароне не было этой реальности. Отдельно Газа, отдельно Рамала. Да, но сразу после размежевания начался, в общем-то, этот процесс. Да. И при Ольмерте это произошло. И Ольмерту это, кстати, тоже не мешало. В начале имею. Но сегодня коалиция немножко другая. Другая коалиция, это уже израильский внутренний вопрос. Я говорю, что Израилю все-таки придется дать объяснение, потому что американцы продолжают настаивать на том, что состав правительства их не интересует. Есть некое правительство, которое должно признать правила квартета, которые сводятся к тому, что они признают существование еврейского государства, признают все прошлые подписанные договоренности и отказываются от терроризма и вооруженной борьбы. Да. Если палестинское правительство признает эти принципы, о чем, собственно, и говорит Абумазен, хотя Абумазен очень мало говорит вообще на эту тему, он сказал, что переговорам это не мешает, вообще Израиль это не касается. Есть другая сторона. До сих пор Израиль говорил, что Абумазен не представляет весь палестинский народ, представляет только Западный берег, и то его уже столько лет не переизбирали, что вообще непонятно, кого он представляет. Если там они проведут выборы, то вообще под большим вопросом продолжение войны. Теперь ситуация меняется. Они объявили о том, что в течение полугода должны провести выборы в палестинской автономии во всей, и что контроль над сектором Газы возвращается, скажем так, да, и общему палестинскому правительству. С точки зрения переговорного процесса, наверное, это хорошо. Если считать, что действительно мы хотим в конечном итоге увидеть палестинское государство. С точки зрения переговорного процесса, несомненно, это хорошо. Но есть еще и третья сторона, как всегда, на Ближнем Востоке, что соглашение между Хамасом и Фатхом мы увидели уже много раз. Это суп, который сварили давно, а сейчас его просто разогрели и снова подают на стол. Это суп, который уже сварили давным-давно. И до сих пор почему-то никто его не стал есть. То же самое и сегодня. Является ли несколько это просто... Несколько раз он просто заканчивался очень кроваво для одной из сторон. Совершенно верно. Является ли это просто тактическим шагом Абумазена для того, чтобы заставить Израиль пойти на какие-то уступки? Потому что очень трудно поверить, что Абумазен решил стратегически примириться с Хамасом, потому что это только против него работает. Саша, к тебе вопрос. Буквально за несколько дней до того, как произошло вот это воссоединение Фатха и Хамаса,
Обмазан заявил, что если не произойдет каких-то конкретных подвижек на переговорах с Израилем, то он вообще распустит палестинскую автономию, имеется в виду администрацию, и тогда все заботы о 2,5 миллионах палестинцев ляжут на плечи оккупантов, как он выразился. После того, что произошло воссоединение Фатха и Хамаса, он это предложение не снял, оно никуда не исчезло. Он может пойти на такую меру, если да, чем это обернется для Израиля, по твоему мнению? Во-первых, я думаю, он о нем уже забудет, потому что, мне кажется, вот это его высказывание по поводу того, что я сдаю ключи палестинской автономии, это был последний шаг перед тем, как договориться с Хамасом. И он, наверное, был или удивлен, а может быть, он на это как бы рассчитывал или не рассчитывал, реакции израильского руководства по поводу того, что он сдает ключи от палестинской автономии. Она была очень спокойна. Говорит, не хотите, не надо, решите вопрос, есть палестинская автономия, нет, вы там между собой, а мы потом прореагируем. То есть, может быть, это последняя реакция Израиля и подтолкнула последнюю вот эту гирьку, да, на весы, чтобы заключить договор с Хамасом. Что же касается, будет в дальнейшем об этом он говорить, я не думаю, потому что, во-первых, у нас есть полгода до того, как будут выбраны, как говорится, какие-то представители, да, официальные органы руководства, еще непонятно, будет ли Абу Мазан, а может быть кто-то другой, это раз, и во-вторых, если даже он будет это говорить, я думаю, вторая сторона в виде Хамаса уже никуда не денется, и она, по крайней мере, если он откажется, она возьмет в руки все руководство. Если Абу Мазан действительно, как он обещает в соглашении с Хамасом, примет Хамас и исламский джихад в состав Организации освобождения Палестины, потому что Абу Мазан является прежде всего председателем ООП, да, ПЛО, Организация освобождения Палестины. Если будут Хамас и исламский джихад приняты в состав этой структуры, то можно предположить, что очень быстро они станут там очень доминантной силой, или, может быть, даже захватят власть, и тогда соглашения Осло сами по себе станут нерелевантными, поскольку ООП станет нерелевантной с точки зрения переговоров, если во главе ООП встанут люди, которые не признают Израиль, которые являются сторонниками вооруженной борьбы и не соответствуют вот этим самым четырем условиям квартета. Палестинская автономия была создана, собственно говоря, в рамках вот этого соглашения Осло. Мы вернемся к ситуации многолетней давности. Я не знаю, хорошо это или плохо, оценки пусть уже каждый дает сам, но понятно, что, опять же таки, я повторяю, есть несколько путей, все они плохие, Израилю приходится выбирать, какой из них наименее плохой. Я бы по-другому сказал бы, да, мне так кажется, может быть, я не прав, но вот самое лучшее был бы путь, который самый медленный, чтобы по большому счету дожить до того времени, когда поменяется президент США. Потому что вот это руководство, мне кажется, Соединенных Штатов Америки не способно вот создать. Ну и прежнее вместе, было не способно, и то, что было до этого, значит, не способно. Значит, надо ждать, потому если что... следующий президент... То есть мы должны дождаться, смотрите, то есть твой рецепт это дождаться какого-то мифического президента США, который за нас решит эту проблему. По крайней мере, когда есть альтернатива или решить вопрос, как ты хочешь, или какие-то компромиссы, которые ты можешь допустить, это один вариант. И второй, когда тебе придется, ну, согласиться на то, что тебе, как говорится, не хочется соглашаться. Когда у тебя две такие альтернативы, естественно, желательно первая. Так в данной ситуации я вот за эту первую альтернативу. Я согласен, что многие проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся на Ближнем Востоке, порождение нынешнего президента США. Он переоценил значение своего второго имени, что он Хусейн, влез на Ближний Восток и наделал здесь очень много глупостей. Он сам даже говорил после, кажется, первого года своего президентского правления, что я вступил на минное поле Ближнего Востока, подорвался на нескольких минах, потерял несколько пальцев. Но похоже, что выводы он не сделал, потому что мы можем посмотреть... И прости, но то же самое практически, только, может быть, в других словах, в других предложениях говорили и о Буше, и о Клинтоне.
Бушу мы можем поставить, пожалуй, только в вину нынешнюю ситуацию в Ираке, которая вызвана фактически изначально войной, которая введением войск в Ирак, да, но и Афганистан. Но на счету Барака Обамы и Египет, и Сирия, и Ливия, и все вот эти революции арабской весны и так далее. Господа, у меня к вам один последний вопрос, по возможности коротко на него ответьте. За всей этой шумихой с воссоединением Фатха и Хамаса, с угрозами распустить палестинскую автономию, все как-то подзабыли о том, что по условиям прежнего соглашения Израиль должен освободить последнюю четвертую партию заключенных, которые включают в себя израильских арабов. Потом, если вы помните, был ультиматум Беннета, министра строительства и главы партии Еврейский дом, прошу прощения, о том, что он выйдет из коалиции и так далее. Этого пункта пока что никто не отменял. Обязательства Израиля до сих пор существуют. Угроза Беннета до сих пор существует. Коротко, на ваш взгляд, как здесь будут развиваться события, Саша? Я думаю, один из вариантов, как разбить Гордиев узел, нету переговоров, нету четвертого этапа освобождения политзаключенных, а под это дело и, значит, устойчивая коалиция, потому что Беннет никуда не уходит. Я считаю, что освобождение вот этих самых террористов с кровью на руках. Но дело не в том, что у них кровь на руках. Мы освобождали очень много террористов с кровью на руках. Дело в том, что у них израильское гражданство. Оно поднимает в нашем демократическом обществе целый ряд других вопросов. Совершенно. Я просто не хочу в это вдаваться. Да, сейчас долго вдаваться, это отдельная тема. И последствия у этого шага могут быть непредсказуемы. Вплоть до того, что придется отпустить террористов, еврейских террористов, да. Ами Поппера там, и так далее. Такие предложения уже существуют. С другой стороны, опять же, говорят, что политические аналитики говорят, что, в общем-то, это опять же было наименьший зол, что наше правительство стояло перед выбором замораживания строительства в поселениях или освобождения террористов. Они предпочли освободить террористов. Давайте не забывать, что преступления свои они совершили до Осло. То есть до Осло. Все. Речь только о тех, кто совершил преступление. Более 20 лет назад. Собственно говоря, с точки зрения безопасности, эти люди не представляют для Израиля сегодня угрозы, по большому счету. Вот. Но, тем не менее, опять же таки, это был выбор, это был шаг, на который израильское правительство согласилось, и поэтому Абу Мазен вправе требовать, чтобы мы эту четвертую партию отпустили, поскольку это то, что ему обещали. Но другой вопрос, стоит ли продолжать эту игру, потому что сегодня понятно, игры уже нет. Правда? Палестинцы не выходят из позиции шантажиста, они не идут ни на какие уступки, они не готовы сделать по направлению к израильским позициям ни одного шага, и все их участие в переговорах сводится к тому, что они придумывают самые разные дополнительные меры шантажа с тем, чтобы на уступки шел Израиль. Вот, спасибо, говоря, к чему спасибо, Цвизильбер, спасибо, Саша. Мы в этой студии обсуждали вопрос, мирный процесс скорее мертв или скорее жив. Всего вам доброго, до свидания.